удобно чуть-чуть. Да надо отрабатывать. Да ты, блядь, бежишь, блядь, сука, блядь. Придурок, блядь. Ну и что, друзья? Сегодня запишу вам такую небольшую соляночку, что вообще происходит, как реакция детей, там все, и все прочее. Интересно. Ну и в принципе сейчас мы едем в город, к девчуле. Она выполнила условия по конкурсу. И сейчас едем как бы делать обещанное. Оу. Тоже я решил со мной проехаться на город, короче, все дела. Да сейчас катнем, развлечемся немножко. Поэтому давайте не буду вам показывать эту печальную дорогу, уже переместимся сразу в город. Смотрите, у нас тут заруба со Шкода якобы. Вот мы и приехали в город. Ёб твою мать с этими дорогами, блин. И сейчас покатаем девчуль, которые выполнили условия. Условия от Джатрам. Всё, бля. Ну а как понимаете, конкурс был, нужно было создать видеорилс, отметить мой инстаграм профиль, мой YouTube, поставить хэштег JustRun, и я катаю подписчицу. Все просто. Привет. Куда она сбежала? Ну все равно ж вас же по одной надо прокатить. Да, она первая. Твоя уже сеструха написала, а что они без шлема будут кататься? Ну, говорю, нет, конечно, говорю, я возьму с собой. А, ну да, я видел ее на Власовке. Точно. Точно, было дело. Привет. Пятерочку. Ты снимаешь? Да. Бля. Шалом. Знаешь, как одевать? Вот так вот, держись. Бери за вот эти петельки, вот так вот на себя. Чтоб не поранить себя там нигде. Чтоб все было красиво. Давай я тебе застегну. Мы, если что, там вот будем, понял, где мы сидели. Угу. Ну, я сюда и вернусь сейчас, что мы тут, по городу. Это что, у себя? Да. Вопрос, как держаться? А сейчас сядешь, тут сидишь, ноги на этих ножках. Окей. Ну, можешь просто крепко в замок взяться за меня, и все этого достаточно, хотя бы. Садись. Так, да. Просто держись крепко, да. Ногами обхватывайся, упирайся так же. О, да. И все. Ехаем. Опасный момент был, конечно, блядь. Вот эти резкие оттормаживания, блядь.
Посмотрите, какой отличный пример о том, что человек не знает о правилах пешехода, не остановился, не убедился, не посмотрел направо, что нету никого, и все равно шурует. Красава, блядь. Да ты, блядь, бежишь, блядь, сука, блядь, придурок, блядь. Да, час пик. Девчонки время, конечно, выбрали для покатушек, блядь. Спасибо, что пропустил. Походу там что-то со шлемом не так. Че перевернулся, че. Если это так, это я буду ржать. Вообще люди, блядь, спят, блядь, я в шоке. Ага. Все спят, блядь. Я. Сейчас узнаем эмоции. У кого тут ю. Ну что, нормально? Ой, блядь, он у тебя большой, походу, болтался, да? Давай я сниму. Ой, блядь. Я так и думал. Смотрю, что-то на этот. Он тебя перевернулся на бок, Шеша? Да. Ёпта. Я еще думаю, хоть бы не перевернулся на бок. Боже, он ничего не видит, наверное. Я батю, ладно, ладно. Ой, блин. Жестко. Ну все. Одевай. Вот так, бери за вот эти лямки. Без шлема появляется. Нет, без шлема нельзя. Одевай. Вот за вот эту лямку берись и за вот эту, чтобы одеть аккуратно. Да. И вот так, да, выставь под себя, как опусти, чтоб вот так, да, удобно. И застегивай, а ну, встань сюда, бо. Не, подойди сюда, да, бо. Неудобно чуть-чуть. Что? Все нормально. Главное, крепко держись, а то все фигня. О, все. Не-не-не, стой. Ноги сюда. Вот сюда. И так само там, да. Обжимаешься тут, да, держишься крепко за меня. Не, за меня двумя руками. Вот так, да, лучше так. Но смотри. Лучше возьми вот так вот руки, вот так. Можешь в крест. В крест вот так вот. Типа одной упираешься в бак, вот так. Да, вот так. Одной и все. И так вот ты держишься, и все там, все будет четко. Тут сейчас будет дальше. Будут какие-то казусы, блядь. Похоже, что будет, блядь. Не без этого, блядь. Еле ползе, блядь. На джили. Боже, и ты, блядь, с этого. Ну, поворачивай уже, блядь. Раз поворачиваешь, блядь. Что происходит? Ну, блядь, и аварийные тут катаются, блядь, это пиздец, блядь. Аварийные просто, блядь. Ходят аварийные, блядь, ездят аварийные, блядь.
Угу. Что, порядочек? Угу. Так, чтобы для начала, чтобы дышать было чем. Где тут у нас лямка? Все, все красиво. Спасибо большое. Пожалуйста. Как впечатление? Впечатление? Класс. Ну, тут есть, да, надо отрабатывать. Отрабатывать я имел в виду, конечно же, то, что нарабатывать это все дело, чтобы руки не болели, кататься больше. Что ж поделаешь в этом? Да, это тренировочка такая. Это же, да, вместо тренировки. Завтра крепатуру почувствуешь, поймешь, каково это. Да будет еще валом конкурсом. О чем вы? Будем... Да? О, це дуже добре. Так. Ти вчора на мотику теж каталася на ласівці. Ми не стільки гнали. Не, ну... А скільки ти максимум? На ньому? Все є, все, що є, 300 їхав. А це сів тракторист. Так, а ми тільки що? А, та я не смотрел. Там, ну, може, 160, може, 180. Коли де? На відео, може, буде видно, я не знаю. Да. А выше, как дела? Нормально. Все нормально? Все good? Где свою подружку потеряла? Где-то во дворе сидит. А, движкует. А вас покатал этот Димон? Конечно. А, да? И что, нормально? Где он вас тут по городу катал? На дамбе. А, на дамбе. У него шлем огромный, он назад падает. Мне забывает, еле дыхает, еле дыхает. Это так неинтересно, надо по городу интереснее. С препятствиями. С машинами. Да, с препятствиями, с машинами. Блин, теперь как его вот это застебнуть? Короче, малый подошел и говорит, а можешь прокатить? Я говорю, только с разрешением родителей. И тут улыбнулась ему судьба, родители, говорит, родители разрешили. Тут ноги, да, и за мене хватайся, держись. Все, прям сильно прижимай. Вот так, руки в замок, да, и не отпускай. Прокатим малого. Как раз родители проходили его. Говорит, вот родители разрешили, поворачивайся, и да, когда прокатните, да. Повезло малому. Почему нет? Малышей можно и прокатить. Держись крепко, держись. Вот, братва. Как раз заценим. Перевесил камеру, ракурс другой. Я думаю, уже видончик будет лучше, уже хоть все видно будет. Ну что, понравилось? Хорошо. Пожалуйста. Спасибо, дядя. Пожалуйста. Привет. Что вы? А можешь этой девочке дать наклейку ей, пожалуйста? Можно. Только едете кому-то? Спасибо, вы красивый! Классный! Спасибо. Извините, моего папу, он чуть не убил. Да все нормально, то таки бывает. Удачи! И вам удачки. Ничего, все хорошо. Классный! Супер, мото классный!
позитивно, конечно. Знаете, за что они говорят, извините, а там все нормально на самом деле, недопонимание. Все выпустили пар, там видео есть, это село, вы можете сейчас увидеть его по подсказке в описании, посмотреть. Ой, короче, так люди знакомятся, бывает, ничего страшного. Видите, малышня смотрит, приятно, приятно. Будешь потом обрезать. Будешь обрезать потом. Такого не было. Как это и бабушек, и дедушек, и мамочек. Ловишься, блядь. Даем комментарии по этому поводу. Какой газпал? Это будет газпал, ребята. Получился видосик, как вам? Можно там лайки, все, комментарии, напишите, что вам больше всего понравилось. По поводу конкурса, у меня уже все-таки, думаю, на момент этого видео будет 7000 подписчиков. Поэтому, если хотите поучаствовать в конкурсе, именно под этим видео вам нужно оставить комментарий. Один любой комментарий и со своей соцсетью, именно ник соцсети, не ссылка, чтобы не заблокировалось. Нужно просто один комментарий, и будет розыгрыш того брелка, который я говорил от Just Run. И, конечно же, наклейки. Две наклейки за третье, за второе место, и за третье место одна наклейка. Первое призовое, это как раз будет за это все дело. Поэтому подписаться обязательно на Instagram, на TikTok, ну и на YouTube канал. И принимаем участие в данном розыгрыше. Короче, всем пока. Если ты не... Забыла. Если ты не где, то ты не здесь. Да.